Здравствуйте, друзья. Вы видите, что некоторая завершенность такая возникает на нашем бэк-ярде вместе с этим сооружением, которое я раньше называл ошибочно беседкой. Это, друзья, шатер. Других слов нет. Здоровенный такой шатер. Вот. У него бортиков, ну вот там есть два таких символических, вы видите вот тут, давайте я подойду, может быть, вот два таких символических бортика, а остальное создается мебелью там садовой, которая тут расставляется внутри. В общем, вот такое вот устройство, тенечек должно давать. Ну и, собственно, вот как бы все в основном завершено, и там у нас были ступеньки. Так, вот тут у нас ступеньки, и ступеньки успешно превратились в маленькую дорожку, которая уходит туда вот на эту гранитную крошку, утрамбованную. Тут вот еще какая-то часть мусора, ее должны вывести. И так, собственно, почти все уже готово. Почему почти все? Потому что там еще есть трубы. Вот эти, видите, вот они торчат из земли, такие ирригационные. Вот эта большая, которая идет в бейсин туда, в яму выкопанную, куда вода должна стекать. Вот это еще нужно доделать, так завершить. Ну и вот с землей тоже, видите, как она где-то вот так не выровнена местами. И вот как только эта часть у нас завершится, так вроде бы и все. Дальше останутся зеленые насаждения. У нас сейчас две конкурирующие организации, значит, должны выдать нам свои предложения. Так что ждем